Мечтали стать космонавтом? Тогда не упустите шанс. Роскосмос объявил о старте нового набора в отряд астронавтов. Заявки принимают до 30 октября. Чтобы принять участие в конкурсе, важно соответствовать нескольким критериям. Вы должны быть гражданином России не старше 35 лет, иметь высшее образование полетной, инженерной или научной специальности и опыт работы как минимум 3 года. Учитывается также вес от 50 до 90 килограммов и рост от 150 до 190 сантиметров, плюс знание английского языка. И вот он, идеальный кандидат в космонавты. Мы решили узнать у кировчан, хотят ли они стать космонавтами, и запустили опрос в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Озвучу самые популярные ответы. Ответили, что им и на Земле хорошо, 48% респондентов. 33% заявили, что мечтали о космосе с детства. Еще 10%, узнав новость, задумались о перспективах. Другие ответы в рубрике «Мобильный журналист». Не очень. Почему нет? На Земле больше нравится как-то проводить время. Нет, конечно. Почему? Хочу быть нефтяником. А вы нефтяник? Да. Нет, правда, почему не хотите быть космонавтом? Зачем туда далеко лететь, если здесь родина наша? Космонавтом? Нет, не хочу. Почему? Я боюсь высоты. Я тоже не хочу лететь туда. А вы почему? По какой причине? Я хочу твердыми ногами ходить по родной земле, а не в невесомости кувыркаться. Страшно, да? Страшно. Страшно, очень страшно, мы не знаем, что да. это такое. Хочется еще жить, а там не выдержу. Было дело. Хотели? 4 года. А что вас в этой профессии привлекло тогда? Я хотела в космос. Хотела посмотреть, как там. Я никогда о таком не думала. Интересно, конечно. Нет, не хотим стать космонавтом. Так, нам очень хорошо живется здесь, на Земле. Да. Так, а вы? Нет, космонавтом не хотела бы стать, но мне бы интересно было бы туда слетать и посмотреть. Но так как я боюсь замкнутого пространства, то я, наверное, туда не полечу. Это останется как бы в моих желаниях, но это не мечта. Нет? Нет. Почему? Старый. И мое, скорее всего. Нет. Ну, не нравится мне, не приходила идея такая.